Казахстанский оперный певец Нурканат Тапиев покоряет корейскую сцену. Артиста чествовали в Государственном театре Сеула. Он исполнил песни на корейском, итальянском и английском языках. Дебют 23-летнего оперного певца в Южной Корее состоялся еще в прошлом году. С тех пор его постоянно приглашают выступать перед любителями оперной музыки. В репертуаре солиста больше 10 корейских песен, и исполняет он их, как отмечают местные зрители, без акцента. Я планирую выучить корейский язык в марте, когда начнется учебный год, поступить на магистратуру в один из корейских университетов. После окончания пандемии культурное сотрудничество Казахстана и Кореи активизировалось. Я планирую преподавать корейскую музыку в Казахском национальном университете искусств. А Нурканат продолжит выступать на нашей сцене. Он очень хорошо поет на корейском языке. Мы постараемся, чтобы он стал всемирно известным тенором.